В современной музыкальной культуре гармоника играет важнейшую роль. Она является памятником материальной культуры последних двух столетий. В конце 20 века гармошка стала символом и средоточием национального в художественно-образном и социально-политическом мышлении этноса. Ее вид и тембр связываются с проявлением радости и веселья. Ну вот послушайте, как это превосходно! Внимательные уже догадались, с кем мы будем знакомиться в новом выпуске программы «Дом моих родителей». Настоящая кавказская хозяйка, виртуоз игры на гармонике, учитель музыки. Это только малое начало представления. Зулета Назировна Кирбижева. Вот уже 40 лет она учит детей и взрослых игре на русских и кавказских традиционных инструментах. Успела поработать и в детском саду, и в школе, и в колледже, и в Доме культуры, и даже в театре. Это та самая женщина, которая успевает действительно много, и при этом построила успешную жизнь, крепкую семью и вырастила замечательных детей, которые являются для нее источником счастья и гармонии. Но, как говорится, обо всем по порядку. Зулета Назировна, ну как же мне приятно сегодня познакомиться с историей вашей семьи, так как с вашими детками я практически со всеми очень хорошо знакома. Но расскажите вашу историю, вы такая творческая, откуда это все? Спасибо большое за приглашение, здравствуйте всем. Очень рада представить и детей, и свою судьбу, как получилось. С рождения окружали меня очень интересные люди, очень насыщенные и творчеством, и ремесленничеством, и мужеством. То, что моя фамилия говорит за себя, Обидова. Это ваша девичья? Да, девичья фамилия. Вообще начало моего рода начинается с аула Уляб, да, в Адыгее. Но когда были переселения, вот, остановились около Зеленчука. Большой Зеленчук, Инджиджипс. Это немаловажное значение, потому что с рекой очень много связано у адыгов. И поэтому, когда род начал уже заселился в ауле Беслиней, мои прадедушки и прабабушки имели творческое начало. Я не знаю, как это я усвоила или взяла на себя такую ответственность, так скажу. Почему? Потому что играю на гармошке сейчас. Тогда бабушка напевала мне голосом, даже импровизируя некоторые нюансы. Бабушка – это моя Кабардаева, по отцу – мама. И непосредственно я уже была польщена тем, что она умеет очень интересно импровизировать вот эти нюансы, которые можно на гармошке уже пальцами ее украшать. Это было детство мое, детство и не только по папиной линии, но и по маминой линии. Мамина линия, у меня Межаева.
очень интересный род, очень творческий. Мы все знаем Джагуако Сагит, очень близкий родственник маминой стороны. И у него была скрипка шичепщина, смычковый инструмент, которому было уже более 250 лет. По образцу я попросила, Гучев Замудин мне помог воспроизвести заново, потому что он уже в ветхом состоянии был. А самое главное то, что я как начала играть на гармошке, это купили моей младшей сестре Зареме, моя тетя Елизавета Абдулловна, ныне она покойная, бедная. Купила ей гармошку, она очень шустрая, очень такая энергичная, но говорит, хоть это ее успокоит. И почему-то не польстила ее и не притянулась к ней гармошке моя сестренка. Так получилось, что я взяла, а всего там 5 клавиш было. И попробовала, у меня бабушка, Баба, мы ее называли, бабушка месила тесто, и она вот напевала голосом, тихонечко про себя напевала. И я за ней следом пальчиками потрогала, и у меня это получается. И она меня одобрила. Да, кстати, мама моя играющая на гармошке, у нее натуральная деревянная гармошка со стороны своего, у себя в доме, у родителей в доме гармошка, деревянная гармошка. Там 12 клавиш, это уже последующее. Долго, мало, я не помню. Я начала играть с 4-5 лет, вот так примерно. Да, да, это получается так. Ну, видите, какие идет связь и как бы побуждение. А все потому, что творческое начало имеет корни глубокие. Видимо, только голосом могли выразить. Или когда в быту что-то чем-то занимаются, обязательно припевают голосом, поддерживая дух, поддерживая внутренний ее стержень, не ошибиться, не отвлечься. Вот, видимо, вот это личное мое убеждение. Начиная, занимаясь другими, вот они побуждали меня и к ремесленным работам, и к ремесленным... Обстоятельства. Да, творчество. Я не могу сказать творчество, это работа была домашняя, обычная. Мы жили в семье, большая семья. Бабушка со своей сосношницей жили, душа в душу. Дедушка со своим братом родным. Бабушку двоюродную звали Лида, а дедушку звали Гараби. Все знают, что он занимался скорняжной работой, овцами, ферма у него огромная была. И его дети тоже были помощниками. И все то, что он делал с кожей, тоже припевая, некоторые слова тоже в свой адрес насочиняя, дополняя, он, значит, с бруями, с седлом, с кожей, как это надо делать. А мне это было все интересно. Я, наверное, не столько любопытна, сколько любознательна была, и мне, как уже рассказывали, что, ну, я интересовалась всем. У кого что получается, у бабушки двоюродной, например, Лида, и она делала шерсть, это самое, начесывала, да, нитки, потом и еще. На улице у нее была печь специально для хлеба. Это хмель, вот как дрожь, хмель. На хмеле она делала хлеб, ну, это невозможно объяснить, только надо видеть, это из кизяков топила печь, и она меня этому тоже научила, и вязанию шерсти, и вот этим. А бабушка меня научила, моя родная бабушка научила месить тесто, она очень интересно это все делала, и с музыкой всегда. Ну, для начала, я думаю, что начало было положено правильное.
И тем не менее, я, в общем, долгожданный ребенок в семье была, в этой семье. Меня приглашали другие соседи, родственники наши, чтобы я разговаривала с ними. Да, наверное, какие-то заумные слова или какие-то выражения говорили. Им интересно было, откуда у меня такое вот... находчивость рассказывать с таким интересом, ну ничего не придумывала, что интересно, в общем, как они мне уже объясняли. Ну, им было интересно, а мне очень, очень интересно было самой общаться с такими людьми, которые в этой жизни опыт имели большой. Так что... Вы могли представить, что весь этот талант вы распределите по своим деткам? Конечно, невозможно было, я не знала. Для того, чтобы такое представить, надо быть уже более такой взрослой, мудрой, или не знаю. Ну, я то еще в школу не ходила тогда. А в школе у нас Беслиневская школа, и все педагоги очень бережно относятся к детям, относились. Моя первая учительница Лариса Ахмедовна, она абазинка, не зная ни одного черкесского слова, да, и старалась нас сплотить и быть очень внимательными друг к другу. У нее это получилось по сей день. Наш класс, Раиса Ахмедовна, это ее первый выпуск, она покойная, бедная, и по сей день мы дружим, мы встречаемся, у нас встречи. У нас было в классе 41 человек. Это только один конец, нижний конец аула Беслиней. Я вот с Раисой Ахмедовной продолжались последующие уже. Она привлекала постоянно художественную самодеятельность, которую надо было представить в школе. Она привлекала меня постоянно быть инициативной. И спасибо ей, она говорит, принеси гармошку, а у меня гармошки не было. Принеси гармошку, я каждый раз обращала к своим Анашнана, к своим маминым родителям, чтобы мне дали гармошку, чтобы я могла принимать активное участие. А были вознаграждения, это аплодисменты, были вознаграждения и грамоты, были вознаграждения... Поддержка своего класса, поддержка других людей, родственников. О, ты хорошо играешь. И вот это вот стимулировало меня и дальше, и дальше. И после 8 класса поступила в музыкальное училище с помощью Асана Ильича Даурова. Когда он услышал, как я играю, говорит, ты должна учиться у нас. Я тогда не знала ни нот, ничего. Хотя я усиленно могла встать в 6 часов утра и до ночи там находилась, чтобы ознакомиться и преодолеть нотные грамоты наравне уже с остальными обученными уже после музыкальной школы, которые поступили. Закончила успешно, поступила в Краснодар. Это тоже история, да. Но дома не противничали, не говорили, что нет. Говорили, что это женское такое дело, которое, ну, требует очень много усилий, труда, вложения, а оттуда ничего. Потому что все отдаешь и взамен ничего не получаешь. На самом деле, может быть, и так, но тогда, когда я хотела очень сильно, мне отец попросил, давай, говорит, Зулечка, ты поступишь, Зулета. В медицину, хотя в медицину у меня склонности тоже были, как он мне это объяснял, у тебя хорошие, говорит, данные. Бабушка у меня костоправом была, обычно, когда традиционно делают фазаруа из кожи, разделяют, если фаланги пальцев или какие-то ушибы, вывихи. Бабушка это все время этому была обучена сама, это традиционно. Я это тоже знала. Но, с другой стороны, папа сказал, давай, говорит, ты поступишь все-таки в медицину. У тебя, говорит, есть такие данные, которые ты можешь людям быть полезна. Нет, я говорю, я хочу. Он мне гармошку купил. Купил не просто так. Уже после, когда другие и соседи, и родственники, и его друзья убедили, что это действительно в будущем хорошее начало, не мешая ей,
И вот забрала в школе свои документы. Я признаюсь, сейчас сказала директору, что папа разрешает, а папе я сказала, что мне уже выдают, только надо поехать со мной. Я одна не могу поехать на первый экзамен. На первый экзамен, когда он со мной приехал, уже Дауров Аслан Ильич вышел и сказал, она у нас принята, без последующих экзаменов даже, потому что я сыграла старинные мелодии, которые не звучали, и еще гармошка была чужая, в которой я ходила, у нас гармонистка Гукокщинау была, Кадыжева. Это ее гармошка, она никому не притрагиваться не давала, не то, что там кому-то дать. Перед тем, как пойти поступать, мне говорю, на такой гармошке поехать, поступать как-то, ну, не думала, неприемлемо это, не пройду я. А потом я, когда к ней обратилась, почему, говорит, пришла одна? Мне нужно, чтобы кто-то был рядом с тобой взрослый, либо папа, либо мама. И даже когда попросила сыграть, она мне не дала гармошку, она говорит, я тебе не дам. Такая она строгая, и это, наверное, имеет свою почву, потому что энергетика, с которой она находится, инструмент, как свой внутренний орган и внутреннее чувство энергетики, поэтому нельзя было отдавать. И он говорит, стань со мной рядышком и положи пальцы, я тебе скажу, будешь ты гармонистка или нет. Ну, я сыграла то, что она мне дала какое-то задание, сделала, сыграла, говорит, теперь приходи с отцом, 2-3 дня, если ты запомнишь, я тебе дам. Не запомнишь, нет, от меня моей гармошки не жди. Она, кстати, очень добрая, очень радушная, великая гармонистка, всегда от себя требовала максимально. Вот я увидела в течение этих 3 дней, увидела вот ту, вот тот багаж, который каждый раз надо обогащать себя не только мелодическими зарисовками, мелодическими какими-то украшениями, но и среди людей, кому-то нравится, кому-то не нравится. Где-то хорошо проходит эта мелодия, да, где-то не воспринимается. То есть надо быть очень внимательным к тому, той публике, которую ты исполняешь. Она дала с помощью того, что папа со мной был, и дала эту гармошку. Она очень звонкая, очень необычная. И с этой гармошкой я поехала и поступила. Ну, да, да, поступила. Да. Девочки, действительно, да. Жизнь открыла вам ворота, открылась. Портал весь открылся. Для меня очень вдохновляло то, что я буду знать классику, буду учиться правильно. То есть нету, вот, сейчас мне нравится, я могу это сыграть. Сейчас мне вот это нравится, это мне, может, не под силу, мне надо просто на слух. А вот если ты читаешь с листа по нотам, это мне показалось это правильное решение. И отец уже согласился, когда Аслан Ильич убедил, что правильный выбор сделали. Дальше моя стезя прошла, ну, я не знаю, очень хорошо. Удачи. Да, и после этого досталось всем нам. Я бы так сказал. Да, ну, я... немножко отойдя от темы, мне интересно, у кого из первых вот у деток проявилась музыкальная любовь? Музыкальная любовь проявилась у Асланчика. Он, знаете, он очень находчивый не только в музыкальном творчестве, но и в техническом. То есть он мог моделировать, он мог быстро сделать то, чего он хочет, как он видит. Он не смотрел сейчас, это сломается, не сломается, это мог обмениваться быстро, чтобы достичь своего результата, своего желания, потому что он находил, изыскивал все варианты, и он правильно поступал, я считаю, потому что уже результат показывает его отношение правильного выбора, того, что он... Как раз у него и спросим, Аслан.
Я знаю, что много образований за твоими плечами, но да. при этом все равно ты остался верен определенному инструменту. Вот расскажи о нем и почему именно эта сфера? Наверное, копнем очень глубоко. До возраста где-то 3-4 года. Да. Самое первое проявление это было в садике. Маленький. Я не знал, как проявить любовь к музыке, любовь к творчеству, любовь к искусству, даже неосознанный период времени. Я дергался, как будто наступил на электрический провод, пытался подскуливать певцам, артистам, которые звучали с радио или телевидения. И постепенно это все начало переходить в более осознанное, в более перспективное будущее по отношению к инструментам, по отношению к хореографии. На тот период времени я перепробовал все, что можно. Я и пел, и танцевал. Первый вокальный опыт был на большой сцене в нашем ДК. Я был в шортиках, в футболочке. Мама играла на аккордеоне. Длинное вступление. Я выхожу на сцену, становлюсь перед микрофоном. Смотрю на зал, думаю, как же вас много. Это первое выступление было. А кому петь, собственно? Я же привык, что это происходит в тесном семейном кругу, среди друзей, родных, близких. А тут их так много, и я не знал, на кого смотреть, чтобы было понятно, что я пою ему. Или там кому-то другому. И я растерялся, мама отыграла проигрыш. Еще раз. А я молчу и пытаюсь понять, что происходит. Проигрыш еще раз, и я не буду петь. Да, растерялся, развернулся и ушел. Вот, собственно, первый сценический опыт у меня был. 87 или 88 год, если мне память не изменяет. Где-то в этих годах. И оттуда уже в садике, более осмелев, уже и пел, и танцевал. Пристрастился к фортепиано. Так как в садике мама у нас работала музработником, у меня была вольность подходить к музыкальному инструменту и втихаря там потринкать, дергать нервишки воспитателя, так как остальным не разрешали это. И оттуда пошло все. Все, что связано с музыкой, с искусством, все пошло оттуда. На сегодняшний день, где бы я ни учился, мне всегда было все интересно, любопытно, но я никогда не изучал все досконально, до конца. Я изучал только то, что мне интересно, то, что может быть в жизни пригодится, то, что может как-то отразиться на дальнейшую жизнь. Но в конце концов все осталось в творчестве, в музыке, в искусстве. Готовлю себя к дальнейшему будущему в виде пенсии. На пенсии я буду петь. Это я заявляю ответственно. А в городских масштабах, и здесь мы уже находились, он принимал участие и в джентльмены, да, конкурс джентльменов в первом ДК на Кирова. И он там первые шаги, не то чтобы первые шаги, а уже полноценно делал по брейк-дансу, да, он уже там очень много. В 99-м году я попал в старый ДК. Да, по брейк-дансу это было фейерверк. Это был, да, конец 99-го года, ДК номер один напротив Вечного огня. Это первые танцы такого большого масштаба, на который я попал. Татьяна Руфимовна Нестратова преподавала тогда там танцы. Модерн, группа. Группа называлась «Модерн». Я побыл, наверное, там месяц. Из парней нас было двое. Я и Денис, остальные все девчонки. А у нас как бы не принято не то, что там танцевать, смотреть на них. И я как-то вот чувствовал себя очень дискомфортно. Это, собственно, и вызвало внутри желание найти свой коллектив в лице парней, с которыми можно танцевать. И как-то вот появилась группа, которая в последующем начала называться группа «Freedom». Первая, да. не знаю, по крайней мере, на моей памяти, это, наверное, единственная группа брейк-данса была на тот период времени. А потом постепенно это все начало разрастаться. И вот брейк-данс – это было нечто невероятное. Вероятно. Это то, что нас сплотило многих ребят. Охватило. Да. Даже когда мы прогуливали школу, институт, колледж и так далее, мы собирались в ДК, лишь бы потанцевать, лишь бы уделить этому время, получить вот этот вот адреналин, вот эти эмоции, которые можно испытать только занимаясь брейком. Но сейчас бывает такое, что ты можешь рискнуть на какое-нибудь движение? Да, буквально вчера я не удержался. Вчера, кстати, выступали мои ученики, которые в 2000 году пришли ко мне, ребята с Хабля. Это Бибой Гнев, это ныне известный под псевдонимом Марсель. Угу.
Они вчера выступали на мероприятии, и когда они выступали, у меня все начало дергаться. Я не выдержал и вспомнил, что было когда-то. Чуть не сломал позвонок, но это было очень круто. Да, хочу еще отметить, мне делали замечания по поводу его внешности. Да. Но это традиционно считалось, ну, у меня традиционный такой уклад, я занимаюсь традиционной музыкой, всеми нюансами адыгского этикета и так далее, но у него, значит, одежда европейского стиля, и он начал отращивать волосы. Волосы у него очень пышные, как у бабушки. Кучерявые. Да, кучерявые, да. Ну, отрастил по плечи. По плечи мне делают, почему ты не видишь, что твой сын чем-то занимается? Ничего плохим он не занимался. У него это желание было самовырезаться и сделать это индивидуальным его подходом. Поэтому я ему не мешала. Вот такую свободу правильно ты сделал. А теперь я расскажу правду. Ага. На самом деле это был первый курс в колледже. Всю нашу жизнь стригла нас мама. Понятие парикмахерская или там чужая рука у нас не было. Либо папа. Ну, папа одна стрижка, а папа молодец. Все, великолепно, ничего не мешает. В колледже сложились обстоятельства, что нету времени, нету возможности, учеба, суета, мама в разъездах. И что-то вот, ну, я зарос. Мне в колледже начали делать замечания. Ты что ходишь по плату? А меня это задело. Ну, это же моя прическа. Вот как хочу, и вот я просто назло взял и отпустил. Назло вот этим мнением, почему ты ходишь с такой копной. Я же не буду всем рассказывать, что стечение обстоятельств, не получается, некогда и так далее. Я принципиально отпустил волосы, сколько всего я выслушивал от всех и вся. 23 августа 2008 года я решил эту всю красоту сбрить. Потому что я устал от него ухаживать. Когда семья творческая и большая, хочется познакомиться с каждым из них. Поэтому я предлагаю продолжить нашу встречу уже в следующей передаче.